Второй вопрос. Кого ты больше хочешь, девочку или мальчика? Когда я был юн, я так же, как и вы, хотел мальчика. Ну, это, наверное, эгоистично в том плане, что я мальчиком был и думаю, ну, значит, должен быть такой же, как я, мальчик. Буду с ним там, не знаю, заниматься, буду с ним качаться, буду с ним учить математику. Ну, вот как мой папа в свое время тоже был молодой, глупый и мечтал по поводу меня примерно так же. Вот. Потом у него появился я, ну ни хрена он со мной математикой не занимался, не качался, и, в общем-то, я рос сам по себе.